Краеведение – это модно или тренд на экскурсионные маршруты в Самаре? Роль библиотек на примере фотоэкспозиции «Рифмы города» в рамках проекта «Самарский винегрет. Экскурсии со смыслом». Смотрите программу «Город С» 24 ноября в 19:30. Гости в студии – Мария Чиндина, заведующая библиотекой номер 8, и Ольга Пальникова, библиотекарь первой категории филиала библиотека номер 8.